Ребята, всем привет! Короткий очень обзор сделаю на новинку. Это 3D очаг и 3D зеркало, два в одном, можно сказать. Вот, это демо-версия 3D зеркала, это такой экспериментальный вариант еще, конечно, буду дальше как бы развивать эту тему. Вот, сам очаг с пламенем 50 сантиметров, сам он 65 примерно. Вот, и получается вот такой эффект 3D. Как бы смысл в том, что как будто внутри пусто, вот. Такой как будто тоннель туда уходит, вот. И очень так эффектно смотрится. И получается колонка. Колонку я использую обычную Bluetooth. Хороший качественный звук у нее. Потрескивание. Звук потрескивания просто. Любой звук, может, какой вам нравится, такой можно записать. Управление с пульта все так же. Управление с пульта, три кнопки, отключение подсветки пламени, включение. Убираем полностью пламя, можно оставить только угли и вот эту как типа ночника использовать. Вот, все можно вернуть обратно. И пламя. Пламенем также можно управлять. Пламя можно управлять, больше-меньше делать пламя. И можно уходить в красный спектр. Тоже новинка. Уникальная такая функция. Почему-то нету даже на заводских этого. Не знаю почему. Это очень круто смотрится. Когда уход в красный спектр. Сейчас покажу. Попытаюсь сейчас снять я одной рукой это все дело. Что такое красный спектр? Это мы понижаем вольты. И пламя, оно как бы исчезает такое, в красный спектр уходит, и такое тление получается. Вот видите? Прибавляем обратно яркость как бы. Да, в принципе, можно так сказать, яркость ламп. Так что вот такие дела, ребят. Делаю на заказ. Делаю на заказ вот такие штуки-дрюки.